Я думаю, что в космической отрасли у России не неудачи, а развитие. Не будет, и катастрофу в нашем космосе значительно меньше, чем катастрофу в американском космосе и в Евросоюзе. Наша космическая индустрия – одна из самых перспективных форм индустрии в нашей экономике и самая перспективная индустрия космическая в мире. Поэтому в нее нужно вкладывать деньги, она очень конкурентная, приносит огромные прибыли, нужно развивать. А проблемы частично нашей космической индустрии связаны с тем, что у нас гробит наша собственная авиапромышленность. А космическая промышленность, авиационная промышленность, они технологически очень тесно связаны друг с другом. Нужно развивать нашу авиапромышленность. Россия должна производить полную линейку самолетов, от самых маленьких до самых больших. Это даст дополнительный толчок и развитию космической отрасли.